Что ж, далее мы подходим к неизменяемости и вездесущности. Также обо всем этом вы можете прочитать самостоятельно. Какое же основное определение здесь можно дать? Что касается безмерности, Бог не имеет никаких пространственных ограничений и присутствует везде одновременно. Не может быть такого, что Бог присутствует в центре комнаты, но больше ни в каких особых местах комнаты Он не присутствует. И не может быть такого, что Бог присутствует рядом со мной, но рядом с вами Его нет. Нет, Он присутствует в каждой точке пространства одновременно. Вот именно в этом смысл понятия безмерности. Теперь, что касается вездесущности, и опять же, вы можете это видеть здесь на слайде. Бог присутствует всей своей сущностью во всех точках пространства. Нет такого, чтобы небольшая часть Бога присутствовала рядом со мной, а какая-то другая часть Бога присутствовала вместе с вами, и так далее. И когда сопоставить все эти части вместе, то тогда получается Бог. Нет, где бы Бог ни присутствовал, а Он везде присутствует, в каждой точке пространства, Он присутствует всей своей сущностью. Поэтому вам не следует беспокоиться, если можно выразиться таким образом, что рядом с вами мизинец Бога, а не, скажем, его ухо. Скажем, когда вы молитесь. Нет. Бог присутствует всей своей сущностью в каждой точке пространства. Что ж, лично я нашел для себя полезным в понимании этого атрибута вездесущности попытки определить, в каком смысле Бог отсутствует в нашей Вселенной, а затем уже поговорить, в каком смысле Он присутствует в нашей Вселенной. Но вначале, в каком смысле Он отсутствует? Он отсутствует физически, и это потому, что у Него нет физического тела. Но я хотел бы показать различие между физическим присутствием и онтологическим присутствием. И под онтологическим присутствием я понимаю присутствие Его существа, что Бог здесь, в этой комнате, но присутствует не физически, потому что Он не состоит из материи, не имеет физического тела. И второе, Бог не присутствует онтологически только лишь в одном месте нашей Вселенной. И онтологически я имею в виду всем своим существом. Да, мы привыкли думать, что Бог восседает на небе, но это не означает, что Его нет здесь, или нет в вашем доме, или в вашей машине. Он присутствует в каждой точке пространства, а не в какой-то одной. И затем нам необходимо добавить, что Бог не присутствует онтологически как каждая точка пространства, но онтологически присутствует с каждой точкой пространства. И это все высвечено здесь у вас на слайдах. Что ж, зачем мы об этом говорим? Потому что это исключает пантеизм. Когда Бог здесь, рядом с этой книгой, это не означает, что Бог состоит из бумаги и имеет вот такой цвет. То есть Он с книгой, но Он не присутствует как эта книга. Он с столом, но Он не есть стол. Он присутствует со мной, но не как я. И то, как кто-то может присутствовать везде, в каждой точке пространства всем своим существом, и при этом не отождествляться с этим, или не существовать, как каждая точка пространства. Что ж, мы этого не знаем. Но именно это нам необходимо сказать о Боге. Что ж, затем мы можем также сказать, что Бог не присутствует морально, духовно, этически с неверующими.
И здесь я делаю различие между моральным, духовным и этическим присутствием. И я отличаю это от онтологического присутствия. Что ж, присутствовать с кем-то морально, духовно и этически, это означает иметь с ним отношение, взаимодействовать с ним. А онтологическое присутствие подразумевает нечто иное. Вот, скажем, этот стол, он онтологически рядом со мной, но я не могу с ним поговорить. Он не сможет меня утешить, и если мне больно, то он не даст мне никакого совета. Так что онтологически я присутствую с этим столом, и он со мной, но между нами нет никаких взаимоотношений. И здесь мы говорим, что Бог, да, Он хотел бы иметь духовные взаимоотношения с неверующими, но так как они сказали «нет», то Он не имеет этих отношений. Это не означает, что Он не присутствует онтологически, так как Он вездесущ. Это не означает, что если кто-то не верит, то он может избежать Божьего присутствия. Что ж, давайте посмотрим на следующий слайд. Бог онтологически присутствует, но вне духовного общения с верующими, живущими во грехе. Я верю, что Дух Святой пребывает в верующем и приносит с собой присутствие Христа и Отца в жизнь верующего. Но если мы грешим, то наши отношения с Богом нарушаются. Конечно, это не означает, что Дух Святой или Христос или Бог покидают нас и больше не пребывают в нас. Бог все еще пребывает в нас, но уже нет такого духовного общения, которого Бог жаждет иметь с нами, потому что есть грех, который не был исповедан. Далее. Бог пребывает в верующих, но нам нужно быть осторожными. Все это не делает нас равными воплощенному Христу. То, как Бог присутствует в Бога-человеке Иисусе Христе, отличается от того, как Он присутствует в нашей жизни, в жизни верующих. Он пребывает в нас, но это не означает, что наша природа становится божественной. В случае со Христом, Христос обладал совершенной человеческой природой, но Он также обладал совершенной божественной природой, которая едина с Его человеческой природой. И это не означает, что, скажем, Бог Отец и Бог Дух Святой по очереди присутствуют в человеке Иисусе из Назарета. Нет. Божественная природа также присутствует в Иисусе Христе, так же, как и человеческая. Что ж, мы с вами поговорили, в каком смысле Бог отсутствует в нашей Вселенной. Теперь давайте поговорим, в каком смысле Он присутствует. Он онтологически присутствует в и с каждой точкой пространства одновременно всем своим существом. И, конечно, понимаем, что не как каждая точка пространства, иначе у нас получится пантеизм. Далее, Он онтологически присутствует с неверующими, но не духовно. Это означает, что каждый неверующий, который полагает, что может укрыться от Бога, что может спрятаться где-то так, что Бог не будет знать, где он находится, обманывает самого себя. Бог морально и духовно присутствует с верующими. Христос пребывает в верующих Нового Завета, так, как это было недоступно верующим Ветхого Завета. И я сейчас не буду углубляться в эту тему. Мы подробно это рассмотрим на нашем следующем курсе, когда будем говорить о Духе Святом и Его служении. И об этом мы с вами будем также говорить, когда будем говорить о спасении. Что ж, далее.
Пятое. Присутствует во Христе, Бог присутствует во Христе отличным образом от того, как Он пребывает в верующих. Мы уже об этом говорили несколько минут назад. И, наконец, Он может быть явлен особым образом в каком-то конкретном месте. К примеру, Он предстал пред Моисеем в горящем кусте. Он нисходит как голубь. Дух Святой. Это имело место при крещении Иисуса Христа. То есть есть различные физические пути, как Бог может явить свое присутствие. Но это не означает, что Бог — материальная сущность. Теперь, что же касается библейских свидетельств, и здесь, опять же, вы можете обратиться к книге «Нет подобного Ему», и там все подробно описано. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу «ТВ-семинарий».